были против себя. Доктора вызывали? Реликвии ни хера. В самом углу, может, здесь. Тоже не видать. Вооружен хорошо, и опасен. Может, здесь? Нет. Здесь. Вот она, зараза. Да. Высылайте мешки для трупов. Брось дороги! Война на обороне. Приказывайте. Прием. Отлично. Прекрасно. Видеосвязь установлена. На помощь! На помощь! Так точно? Слышимость отличная. Я не продержусь в одиночку. Так, ну тут не то, что... Без нужно. Проблем. Где великий это лежит? Вот она. Сделаю. Сигнал получен. Волны наготове. Турбина на полную. Скорее в атаку. Штаб, я вас слушаю. Война на пороге. Так, а что нам нужно разрешить хранилище? Так, что там, космопорт? Короче, релик собрал, да. Самое главное. Так точно? Подтверждаю. Легко. Поняла. Вылетаю. Уже там. Ясно. Куда лететь? Или домой. Месторождение минералов выработано. Отлично. Слышимость отличная. Месторождение минералов выработано. Я не продержусь в одиночку. Приступаю. Прием. Месторождение минералов выработано. Куда лететь? Отлично!
прям отряд танка. Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Мы будем преследовать тебя по всей вселенной, Джеймс Рейнор. Даже если мы убьем тебя 1000 раз, это не искупит твоего бессмысленного святотатства. Да ладно ты. Тоже мне. Хоть достижение появилось. Исследование. Короче, зашибись. Сейчас прокачается полностью. Еще и бабки будут. О, что это? Сэр, мы в точке встречи. Контакта пока нет. Похоже, корабль Мёбиусов еще не прибыл. Странно. Они никогда не опаздывают. Сэр, сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менгска. Пресвятая мать-заступница. Их щиты отключены. Подозрительно. Мэтт, подготовь стыковочный отсек. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел своей революции, сынок? Вот и получай. Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Вот это поворот. Я прям забыл про этот поворот. Загрузка, что там? Лаборатория. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага. Используя его, я смогу построить приспособление, которое обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьезно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперед, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку!
Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернем Керриган или все-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей. Понятно. 170 тысяч. Что-то маловато. Так. Наемники, говорит, новые. Ну, ты знаешь, к кому обратиться. А там банщины. Сумрачная стая, вот эти вот банщины. Классная тема, кстати. Прям даже не знаю. Ангелы это викинги. Ну, тут, наверное, крейсер будет. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Военные аналитики Доминиона растеряны и приятно удивлены тем, что, несмотря на частые стычки с зергами в пограничных мирах, натиск пришельцев на сектор Доминиона ослабевает. Это потрясающий гейт. Значит, наши парни все-таки потеснили зергов. Разумеется, Донни. Но существует также мнение, что все это время зерги что-то искали в наших мирах. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможно, истинной причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошел к концу. Лаборатория, сначала очки эти посмотреть, прокачать последнюю фигню и прочитать вот это вот. Кристалл уже на максимум прокачался. Теории сверхпрочных оболочек, выведенные мной благодаря этому кристаллу, начинают выстраиваться в систему. Думаю, я могу найти способ хранения огромного количества энергии в компактном накопителе, или даже забрать технологию отправки строений на планету прямо с орбиты. Чувствую себя плагиатором. На самом деле это не мои открытия, я лишь собирал крупицы информации, которые сообщал мне кристалл. Последняя запись. Я обнаружил, куда передается лишняя энергия. Она питает Гиперион. Классно. Прям супер. Он восхищается тем, как гладко идет корабль. Но он и понятия не имеет, почему. Рассказывать ему я не собираюсь. Короче, дополнительный реактор появился. Прокачать. Так. Ну, это за протасовские то же самое описание. 30 тысяч. Ну и лабораторный реактор, наверное. Орбитальный удар, конечно, круто. Десантировать ребят. Хотя, хрен его знает. Ладно. Все, лабораторный реактор. Здесь такой зигзаг пошел у нас. А здесь чисто левая строчка. Но если альтернативно все делать наоборот, даже не знаю, какой смысл будет. По приколу чисто. Арсенал, звон, что там появилось? Это что? Викинг? Ты это прочитал. Ха. В чем проблема, Свон? Он еще спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Свон. Я должен сделать это.
Так, девак прокачан, это круто. Дальше. Маскировка дольше держится. Не, ну крутой кораблик, тут ничего не скажешь. Техника. Так, пехота. И что нового? Я не знаю, прокачать призрака, нет? Дальность и радиус обзора. Да, прокачаю. Хрен с ним. Еще пару миссий можешь пройти. Сэр, к нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. А, погоди, я сейчас сначала с вами побазарю. Сэр, я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на Чаре, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр. Какой жесткий. Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. А, командир Рейнер, думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека, объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Ну вот и нормально. Что за миссия, ну-ка? Поговаривают, что в этом западном, загадочном, практически неисследованном районе космоса находится космический корабль, доселе неизвестной инопланетной расы. И что это? Так, Вальгалла я знаю, там что-то Одина искать. Ну-ка, здесь. Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Вон, а пустотина. Значит, надо машина... Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Вальгалле. Короче, Вальгалла, а потом уж все остальное. Бойцы на позиции.
Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Машина войны. Миражи могут использовать маскировку. Это вообще охренеть, которая делает их незаметными для большинства противников. Остерегайтесь ракетных турелей и воронов, способных обнаруживать замаскированные цели. Тут я приостановлюсь.